Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня на канале у нас обзор красивейшей серебряной монеты. Это монета весом 2 унции. Это вторая монета в серии «Женщины-воины». И изображает чудесную валькирию, держащую свой меч. У монеты невероятный рельеф, селективная позолота и деревянная вставка. Качество отделки «Антик Финиш». Она поставляется в деревянном футляре с сертификатом подлинности. Ограниченный тираж всего 555 штук на весь мир. Это очень качественная, очень красивая монета от острова Ниуэ, $5 2020 года. Повторю еще раз, это 2 унции серебра или больше 62 грамм серебра. Монета в качественной антик финиш отделке. Чеканят и производят такие монеты на заводе в Польше. И Польша в этом направлении одна из лидирующих стран. Монеты у нее получаются очень качественные, интересные. И я рекомендую такие в коллекцию, либо для инвестиций. Монету, что вы видите на экране, я привез на заказ. Один парень с России попросил, я нашел по хорошей цене. И вот я ее для него приобрел. Ну и как обычно, у нас всегда на канале эксклюзивные красивые монеты и новости. Я рекомендую поставить лайк и подписаться на наш канал. Лайки к каналу вы делаете для того, чтобы помочь в продвижении самого канала. Вам это ничего не стоит, а возможно YouTube в зависимости от количества ваших лайков будет поднимать мое видео вверх и соответственно увеличивать количество подписчиков. Для канала это большая польза, поэтому я попрошу по возможности всех поставить лайки. Ну и кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебромания.